Урок 2. Режим сессии. Ableton Live работает в двух основных режимах, дополняющих друг друга. В режиме сессии – Session View и в режиме аранжировки – Arrangement View. Режим аранжировки близок по интерфейсу и функциональному назначению к известным аудио и MIDI-секвенсорам, таким как Cubase, Fruity Loops, Reason и другим. Режим сессии предназначен для творческого манипулирования клипами в реальном времени. Он создан для экспериментирования и облегчения процесса конструирования музыки на лету. Режим сессии представляется нам как таблица-конструктор, в которой вертикальные столбцы трек состоят из горизонтальных кирпичиков, называющихся клипами, из которых пользователь может легко и быстро складывать музыку. Клипы бывают двух типов – аудио и MIDI, в зависимости от типа трека, на котором расположены. MIDI-клипы на MIDI-треке представляют собой петлю – луп с набором нот. Аудио-клип на аудио-треке может представлять собой любую аудиозапись – композицию, песню, звук или набор звуков. Клипы можно запускать как поодиночке, так и группами. Такие группы называются сценами. Клипы одной сцены располагаются на одной горизонтальной линии, пересекающей все треки до мастер-трека. С него и осуществляется управление всей сценой.